Здарова, господа, с вами Неопопа. И сейчас будет гайд мегагосовский прососки на ВИЧ доктора. Так, вот мы бегаем, фармим. Видите, этот крендель не добивает своих. Ну да ладно. Так, вэшку. Виномансер, не пуш линию, пожалуйста, не ставь варды, не стреляй так просто в крипов. ФБ на Урсе вообще хорошо. Ты днище конченое. И чё он у меня так... Пипец, еще сапог завис. Так, давайте так, так, все нормально. Так, сейчас мы... Ой, блин, надо было. Ну тут им будет тяжело стоять, у нас два дальних. СВ еще у меня хилка. Ну я сразу хилку качаю. 8 секунд, это... Немало. Проклятие, я Макси. Ну, подходи, где ты есть крипан. Тут смотри, сколько их крипов. Да. Ой, куда я? Ты такой тупой, а? Зачем ты ставишь свои варды? Ты понимаешь, мы не спушим башню. Я не знаю, тут Рики, конечно, это фигово. Я пытаюсь добивать. Чувачки, пока слушай, что... Слушай, Виждоктор, дай я фармить буду, ты все равно мудак. Ну, смотрите, как Рики нагибает. Да. Да, Рики злой, чуваки. Рики очень злой. Но тут не поспоришь. Надо как-то нафармить. Короче, для маны. Пытаюсь туда фармить, так. Надо для маны нафармить. Так, ну я им не буду давать подходить, потому что смысла нет им давать подходить редискам. Так, чё тут кинуть? Давай чё? Ну Рики надо, ой, убираем. Рики, чё там у него? Я злой на Рики, вы посмотрите, чё он творит. Очень так, давайте я все-таки возьму. Блять, так, маску. Пусть регенит хоть потихоньку мана. Эх, не попало, ладно. Только толк от этого. Все, ребятки, вот так вот мы отстояли. Блять, лучше на Ускара, это, конечно.
Фигово, Рики уже, наверное, 6-й левел. Ну я так. Ну, я, конечно. Ну, бежим, конечно, вардов нету там. Там 100% где-то Рики шарит. Возможно, не вылез, не знаю почему. Да, вот он шарит, смотрите, какой он левел. Он пятый. Все еще 5-й левел, так, ну отлично. Ну что вы видите, ему надо нам ману. Все. Все, кстати, на ману надо. Так, вот на минус 2 наших. Гола. Dark extract. My powers grow. Ну вы видите, сука. Они вешку не задинаили. Ясен пень, динозавр не берет вар. Да и я тоже не куплю. Не знаю, есть ли смысл играть. Но я с подвышки не буду выходить, пока на варда не накопится, так. Ага, Чаус. Да, я, конечно, нифига не сделал. Ой, блин. Сольёшь ты или нет? Ну, минус Урса, я левел получил, это тоже отлично. Так, тут нам, конечно, только варды брать. Больше я не вижу ничего, я тоже возьму варды, так. Ну, будем собирать. Что тут происходит, ага. Ну чё, похилим нашего дружка. Он возле меня бегает. Да, тут Рики был и не снес нифига. Ну да ладно. Ну, устал вард, чё ты. Yeah.
нормально дабл килл так. Тоже, чувачки, отлично. Кто сделал дабл? По-моему, я. Да, 5-3, видите, вар не зря. Надо бы, если бы я лечилку включил, и, блин, я тут чуточку тупанул. Ладно. Будем держать кнопку. Я хватило маны и налечил. Ну, короче, хватило бы нас регенил бы. Сильный реген. Посмотрите, 16. Идем на топ. Отобьем тут. Да я отрегеню, что ли они меня накуцали, там мне как-то до одного места. Ну так, берем за 1200. Нам надо вместе держаться. Ой, блин, нафиг я телепорт взял. Тут, вот смотрите, вообще отлично. Ой, давайте. Давно я ведь доктором не играл, поэтому вот так вот получается. Так, я поставлю тут вард. Так, купим еще варда. Так, вардишек. И нас не хватает. А, да, вот смотрите, маска я взял, да? Че я хотел? Так, вот так вот. Ну, давай, беги. Я не вижу смысла, что они на низу крутятся. Бежим, бежим на низ. Ну что, ну смысла нету. On my rounds. Этого похилю сейчас кренделя. Yes, indeed. Ну что, будут они сюда идти? Отлично вообще, замечательно, Урса и это сошли. Ешка, я даже не качал бы вот этот вот скилл. Ну идем мид доносим, чушь. Так, продадим, давайте вот. На МП как-то маловато. Летим, я говорю, это сильный реген. Очень сильно регенит. Эта штука тусается именно для Тима. По 20 секунд, чувачки, это
Немало. Бежим за всеми уже. Никуда. Нарушу наметили. Так, давайте еще возьмем вот так вот. Ускар подобрал, отлично. Есть. Видите, МП нет, он очень медленно регенит. Что не есть, гуд. 5,5, очень слабый реген. Ну, идем вот еще, похоже, последнюю вышку донесем. Деньги нам надо, просто деньги. А вышку снести, это как раз мы их получим. Ясен пень, шуварды. Ну, вали! Тут, мне кажется, без шансов. Просто разрыв. Разрыв просто прямой кишки. Ну, смотрите, это просто герой. Ну, я даже не знаю, этот смысл от этого нету. Реген просто бешен. 20 секунд. Где я? Я живой еще, вы посмотрите, я еще живой, как ни странно. Ладно, и так, отлично. Динозавр убежал. Так, ладно. У меня, по-моему, ульты не было. Была пульта, да, вот она хорошо. Боец, как дела? Была пульта, было хорошо, так. Ладно. Финишу. Бежим сюда. Соберем вот эту штучку. Я разложу. Покупать ген или не надо? Вот, разбираем.
Yes, indeed. И вот такая штучка у нас получается. Так. Маме твоей лучше привет передам. Смотрите, как она регенит сильно. Кстати, дедушки, это арт. Дедушки, этот арт очень хороший этому деду. Ешку я как-то не использую, да? Давайте попробуем использовать ешку. Так, что дальше собирать? Я не знаю, но на ману все. Вот надо... Да, за 1200 хорошо бы. С одним сапогом я, да? Как с ним. Бежим, бежим сюда. Так, так, отлично. Ой, вардов не это. Я не за это время снесу. Я не снесу, чуваки. Я сильно регеню. Видите, это смысл от регена, да. Реген, да, очень сильный. Реген очень сильный, уж видите, они боятся ничего даже не делать. Рики еще меня пытается коцать, но у него ничего. Рики, прости, Рики, прощай. Вот так вот. Я просто сильно дед регенит, чуваки. Если бы еще... Двадцать три. У меня, блин, реген. Ну пусть мана порегенит чуть-чуть. У меня маны мало. Короче, это изи, чуваки. Тут мы спорить не будем, это называется изи. Не буду я сам подходить, потому что получу.
Смотрите, как юномансер регенит. Видите, ему имеет смысл этот камушек собирать, потому что... потому что мана не заканчивается. Давай шо, меня слили. Жаль, жаль так. Лодья! У меня Риене, смотрите, он на месте стоит. Давай сюда, проклятие, получай. Ну, то так надо вечом играть. Ребятки, Блудстоун ему хорошо идет. На Тиму он сильно, сильно, короче, пушит с Блудстоуном. Тут не поспоришь. После Блудстоуна идет сильный пуш. Все, короче, пока.